Вы увидели, что значит без конца на телевидении, как не спортсмен, до пояса разденется, весь в татуировках, и на шее, и на руках, на лбу только нет. Но теперь стали, значит, и дети тоже к этому каким-то образом привлекаться. Значит, мы инициировали эту законодательную инициативу в Приволжском федеральном округе о том, чтобы хотя бы без разрешения родителей, без согласия родителей на это дело не шли.